Рено Логан, ремонт передних дверей. Дверь у нас пошли рыжики. Вот такие вот. По всей машине. Вот по всей двери. Ну, по всей машине, считай. И здесь он уже вот такие вот хорошенькие. Не знаю, что с ними буду делать. Зачистим, видно будет. Ну и низ дверей тоже так же. Вот он. Там дальше спереди вроде нету. Вот. Ну, сейчас я для удобства сниму дверь. Я Вадим. Нравятся мои ролики? Ставь нравится и подписывайся. Поехали. Так, ну вот, снял дверь, разобрал. Положил на козла, или как называется, на трехногую эту. И сейчас будем зачищать вот эти рыжики все. Я что-то их посмотрел, их очень много здесь. Вот, вот. Прям вообще много. Ну вот сейчас все зачищу. Так, зачищать буду вот таким коралловым диском. Дрелью. Зачистил. Вот столько их много получилось. Ну и не так все печально. И вот тут вот, где не до конца зачистил, сейчас пройдем пескоструем. Здесь вот многовато осталось. Так, пескоструить буду вот таким аппаратиком. Ну, называется Вастер. Короче, вот такой аппарат без расхода песка. Вот здесь засыпан песок, и он потом попадает в мешочек, ударяется куда надо и в мешочек. Ну, в общем, вот так вот он все очищает. Потом пройдемся еще преобразователь ржавчины, который запечатает ржавчину. Надо воздухом продуть, там в канавках еще песок остался. А так все выбивает, все ништяк. Так, а вот эти вот места, вот такая вот насадочка есть, чтобы вот так вот вставлять. Так, ну вот все, всю процедуру эту прошли, попескоструили. Сейчас пройдем всю дверь машинкой 320-й наждачкой. И сразу надо вот эти вот края все тоже закруглить. Ну это мы потом 120-й пройдем. Сразу 120-ю взяли.
Так, и теперь карбоном пройдем первым слоем. Как основу сделаем. Так, ну вот так вот прошли карбоном первым слоем. Сейчас этот слой высохнет, зашкурю его, и потом уже универсальный, все остальное, что где не доработано, все выведу. Всю эту процедуру уже не буду показывать, чтобы не занимать время, покажу уже результат. Ну, в общем, вот так вот получилось. Все ровненько. Ну, сейчас загрунтуем, как проявку сделаем. Не будет видно, ровно или неровно. И прежде чем грунтовать, нужно вот где железо торчит, кусочки, пройти кислотным грунтом надо. Так, ну сейчас обезжириваем всю дверь. И у меня вот такой кислотный грунт в аэрозоле. Пойдем сейчас вниз. И все, и сейчас пока кислотник сохнет, разведем уже нормальную грунтовку. Так, грунтовка вот такая, БКР. На ней, в принципе, написано, что сколько делать. Так, все это у нас дело в граммах, по-моему. Короче, разводится 1 к 4 и 1/4 часть разбавителя добавляем. Так, ну вот пока разводили грунт, все у нас высохло. Пистолет у меня вот такой ХВЛПшный, 1.4. Так, настройки факел на всю. Подача краски 3.5. Ну и давление, что у нас здесь в системе, 6 отрегулировано, чуть побольше 6. И двоечка на подаче. Ну и в принципе все у нас ровненько, что вот на свет смотреть, все ништяк. Ну это сейчас выждем еще 10 минут и еще на один слой покроем, чтобы для верности. И все. Понравился ролик? Ставь нравится и подписывайся. Все.